и стреляй. Форт Робинсон близко. Теперь уже нечего бояться. Все равно скоро все наши лошади погибнут. И мы тоже погибнем. Нам не выбраться отсюда. Скоро сюда придут снежные бури. А спрятаться от них некуда. И как мы будем добывать себе пищу? Сокол, до зимних пастбищ нам не добраться. Пойдем в форт Бледнолицых. Разве ты забыл, что бледнолицы считают нас своими врагами? Они убьют нас или запрут в тюрьму. Что стало с Ташунка Витка? Он тоже пошел в форт. Под защиту бледнолицых. И они убили его. Бледнолицы нас всюду преследуют. Вот уже 4 года они охотятся за нами, как за бешеными собаками. Если мы не хотим погибнуть, мы должны добраться до зимних пастбищ к вождю Красное Облако. И мясо твоего коня нам поможет. Со всех сторон. Но сегодня не так уж холодно. А с меня достаточно этого. Сэр, распрягайте лошадей. Эй, Хилл! Ты решил здесь замерзнуть? А капитан Вессел здесь? К вашим услугам. Алло, капитан! В такую погоду все порядочные люди греются у очага. А что вас выгнало из дома? Тоска, капитан. Тоска выгнала. Hello, Хилл! Hello, капитан! Ну, пошли в дом. С удовольствием. Сэр. О, Блейк. Алло. Привет. Лейтенант, ты за последнее время растолстел, возмужал. Ну, по-моему, и вам, Блейк. Скоро вместо скаковой лошади потребуется слон. Видишь, Блейк, как их воспитывают в Вестпойнтском училище. Хоть он и молод, но краснокожим от него покоя нет. Охотится за ними, как волк за овцами. Капитан Вессельс, я протестую против таких сравнений. О, к нам гость. Добро пожаловать в Форт Робинсон. Прошу вас, господа. Разрешите представить, мистер Коллинс Харрингтон, совладелец фирмы General Mining Corporation Ахама, Небраска и генеральный представитель компании в Тенглвуде по добыче золота и драгоценных металлов в районах, прилегающих к Блэк Хиллз. И притом не самый бедный в Тенглвуде. Но не богаче Сэма Блейка, господа. Не богаче Блейка. К чему такая скромность, мистер Харрингтон? Быть богаче Блейка довольно трудно. Смею вас уверить, что деньги сами текут к ему в руки. Скажешь тоже. Ну-ка, признайся, Блейк, что ты неплохо заработал за эти годы. Твое здоровье, лавочник. Твое здоровье, старый рубаха. Ваше здоровье. Thank you.
Подождем здесь до темноты. И пока не взойдет луна, перейдем реку. Черт, плечи его какие, но когда увидел нас шерифом, бросился на утёк. Мы действительно рады вашему приезду. Спасибо, профессор. По сравнению с Тенглвудом в Робинсоне, невероятное скучище. Да-да, поверьте, был бы салон здесь. Это в твоем-то возрасте. К твоему сведению, Эллен вышла замуж. Неужели? Что ты говоришь? Ах, бедная девочка, от души ей сочувствую. Ладно, шутки в сторону, Блейк. Объясни, что тебя заставило тронуться в путь в такую погоду? Ведь в это время года ты не занимаешься торговлей. Что поделаешь? Меня послали за мировым судьей и его дочерью. Надо привезти их из Галала. Ты их знаешь. Помнишь, мисс Кэтрин? Кэтрин Эмерсон? Она выходит замуж. Дьявольщина, кто этот счастливчик? Пэт Петерсон. Помнишь, он еще обнаружил золото у Шайнингстон. Мы теряем прекраснейших женщин, господа. Разрешите ваши стаканы. Послушай, Вессельс, тебе опять должен прибыть груз с железнодорожной станции. Совершенно верно. Под военной охраной и бесплатно. Бесплатно это хорошо. Не понимаю, зачем вам военная охрана, Блейк? Неужели на Хилла вы уже не можете положиться? Нет, он заботится, чтобы не заржавели ваши кости. Уже 4 года, как кончилась война с индейцами, и вам нечего делать. А банда быстрого оленя? Она несколько месяцев не давала нам покоя. Да, столько погибло людей. Ну что ты, лейтенант, горсть индейцев против солдат армии. При таких бравых офицерах. Нет, действительно, Блейк, они просто как черти. Правда, у них произошел раскол, и со многими мы разделались, но вождь ловкий змей со своими людьми все еще беспокоит нас. Он как будто сейчас в Блэкхиллс, вы об этом ничего не слышали? Нет. Блэкхиллс? Так говорят. А с ними одни неприятности, даже с пленными. Они упрямые и дерзкие, эти краснокожие. И откуда у них силы берутся? Их содержат в холодных сараях, почти не кормят, и все равно они хотят остаться в этих краях. И чего только с ними церемонятся. Мы, к сожалению, должны будем вернуть их в резервации в Оклахоме. Как, зимой? Приказ есть приказ. Могу вам предложить, господа, взглянуть на их вождей. Хотите? Это было бы интересно. Я ознакомлю их с приказом, кстати. Фрезер. Сэр. Приведите сюда вождей краснокожих. Слушаюсь, сэр. Как вы считаете, Вессельс, почему индейцы не идут в резервации? Кто их знает почему? Наверное, предпочитают жить на земле своих предков. Нет. И что думают в Вашингтоне? Из-за этих краснокожих целый эскадрон уже 2 недели мерзнет в прерии. И никого это не беспокоит. Вы собираетесь отправить индейцев в Оклахому? В такой холод? Это же смертный приговор. Ну и что? Индеец хорош только тогда, когда он мертв. Индейцы не могут жить в цивилизованном мире. Индейцы и прогресс, американская нация должна раз и на... Индейцы, сэр. Белый отец в Вашингтоне повелел нам вернуть вас в ваши резервации, из которых вы сбежали. Передайте вашим людям приказ Белого отца из Вашингтона. И я надеюсь, что вы будете благоразумны. Большой вождь бледнолицых, мы все хотим жить с вами в мире и дружбе. Я говорил вам раньше и могу сейчас повторить. Мы хотим остаться на земле своих отцов на севере. Никогда мы не вернемся на чужой нам юг. Все время эти разговоры о земле отцов, о родине на севере. Родины для вас не существует, существует приказ. Если вы добровольно не вернетесь, вас заставят. И тогда уже пеняйте на себя. Лучше мы все умрем, но не пойдем на юг.
Я не поведу своих братьев вместе с женами и детьми на голодную смерть в ваших резервациях. Я все сказал. Не пойдете. Это мы посмотрим. Сержант, отвезти их назад. Неделю не кормить и не давать воды. Сзади! Смотри! Смотри, вот они. Хелло, Эмерсон! Здравствуйте, мисс Кэтрин. Поберегите свои нежности до Тенглвуда. Там один человек уже больше месяца ждет вашего приезда. И я очень рад вас видеть. Что в Тенглвуде? Приняли уже концессию у этого, как его? Блейк. Да, у Блейка. Там все в порядке? Тенглвуд отличается от городов на востоке. Здесь намного сложнее. Ну, разумеется, это непросто. Но если вы сейчас прозеваете, то другие тут же опередят вас. Оставьте Блейк. Нет, нет, господин судья, разрешите оказать вам хоть маленькую услугу. А Пэт разве не приедет? Он готовится к свадьбе. До весны ведь осталось не так уж много. Время не ждет. Знаю. Но Блейк ведь тоже не дурак. Он постарался с самого начала взять в свои руки скупку и продажу золота. И, разумеется, застраховал свое предприятие. К тому же мировой судья и шериф – его лучшие друзья. Вы привезли подвенечное платье. Черт возьми. Шерифская звезда? Рот не думал. От души поздравляю, шериф. Помощник шерифа, только помощник. Шериф Пэт Петерсон. Неужели Пэт? Да, Пэт. Да, невероятно. Представьте себе, недавно вы получили должность мирового судьи, а теперь получите шерифа в качестве зятя. Владельцу Тенглвуда принадлежит и Блэк Хиллз. Вам понятно? Кто бы мог подумать, что Сэм Блейк так разбогатеет. Мой отец станет мировым судьей, а мой жених шерифом. Никто. Все это в ваших интересах. Надо побыстрее покончить с этим торговцем раз и навсегда. Или он, или мы. Интересы General Mining прежде всего. Я понял.
Мой старший брат, левая рука, скажи, почему ты расстался с вождем Быстрым Оленем? Много лун вышли вместе по тропе войны против наших врагов. Что же случилось? Мы решили, если разделимся на два небольших отряда, будет лучше. Зима была уже близко. Я со своими людьми пошел в соленую пустыню, а Быстрый Олень отправился в Блэк-Хиллз. Нам не надо было идти в соленую пустыню. Когда мы подходили туда, на нас напали белые волки. Они многих убили, остальных взяли в плен. Старший брат, ты сказал, что Быстрый Олень ушел на север в Блэк-Хиллз. Два дня назад тут прошли 8 бледнолицых. Они шли оттуда, в ту сторону. Этого не хватало. А ну-ка, все сюда. Ну-ка, раз, два. Взяли. Ну, еще взяли. Еще. Так, еще, еще, еще. Вот так, вот так, 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 так. Ну, пошла. Пошла, пошла, хорошо. Вперед, вперед, вперед. Ну и выкупались мы на славу. Сегодня можешь не мыть шею. А ты можешь не мыть ноги. Надо же было такому случиться. И какого черта я решил сам везти этот груз из форта Робинсон? Да, если бы его доставили прямо в Тенглвуд, то тогда нам не пришлось бы болтыхаться в воде. Мы бы сейчас сидели за свадебным столом. Из-за этого половодья мы потеряли целый день. И почему-то зимой выпадает так много снега. Эй, Дэвид, ты скоро там управишься? Все, пора ехать. Тогда вперед! Вперед! Пошла! Хорошо, если их постараюсь. Но недели через две. Благодарю заранее, шериф. Я к вашим услугам. Вы можете рассчитывать на меня. До свидания. Эй, не торопитесь, Макгрейв. Надеюсь, вы отправили мое письмо. Мой телеграф сегодня закрыт. В связи с особо торжественным днем. Не буду же я из-за вашего письма задерживать шерифа. Ваших свидетелей до сих пор еще нет, шериф? К сожалению, нет. Как бы вам их не пришлось заменить, если они не приедут вовремя, Макгрейв? Только этого не хватало. Но уже много времени. А вы все еще не одеты, шериф? Вы опоздаете на свадьбу. Не волнуйтесь, как я могу опоздать на свою свадьбу? Пожалуйста. Вы напрасно беспокоились. Как же мне не беспокоиться? Напрасно вы думаете, что свадьба дело простое. Вы должны будете всего-навсего сказать «да». А от меня требуют, чтобы это «да» сказали вовремя, любезный. Поторопитесь. Я приду и проверю.
помощника шерифа связать. И только. Сказал взять его живым. Тащите его с лошади, трусы! Попался, слезает торгаш, проклятый собачий. Ну что, все в порядке? Как всегда, босс. Вот они, босс! Скорее. Прошу вас. Музыка. Вашу руку, миссис Петерсон.
Почему вы грустны, мистер Эмерсон? Вы что, недовольны выбором дочери? Ну что вы, взгляните, какая чудесная пара. Да. Да, шерифу остается только позавидовать. Пара чудесная. Но меня сейчас другое беспокоит. Почему Блейк опаздывает на свадьбу? Ведь с тех пор, как был ограблен последний транспорт, нельзя быть уверенным ни в чем. Хорошо, если их задержал паводок, но ведь на них могли напасть и индейцы. Ну что вы, Эмерсон, во всем виноват паводок. Будем надеяться, что так. Поздравляю, шериф. Идем, Мил. Тебе, Хилл. Бандиты украли саквояж с деньгами. Будь они прокляты. Это ты разрезал веревку? Нет, я тоже был связан. Вот чертовщина, кто же развязал нас? Что это? Они возвращаются. За фургон, быстро! Дэвид, я думал, тебя тоже схватили. Где бандиты? Удрали. Ах. Блейк, вы ранены? Нет. Кто это? Не бойтесь, это друзья. На них тоже напали бандиты и убили двух человек. Смотри, Питер, ты узнаешь его? Это же Зоркий Сокол. Зоркий Сокол приветствует тебя, Сэм Блейк. Ты знаешь, кто напал на вас? Да, и клянусь им отомстить за убитых. Я уверен, оба нападения – дело рук одной банды. Ты узнал их? Нет, они были в масках. Я сам разыщу бандитов. Потом обязательно найду тебя, Сэм Блейк. Миссис Петерсон, ну что же, иди потанцуй, но только не забывай, что тебя ждет муж. Делай такое лицо, что подумают люди. Хорошо. Эй, Билл, налей-ка нам из своих запасов. Это уже лучше. У вас есть свои запасы? Конечно, для господина шерифа у меня всегда найдется. Странно, где же Блейк? Не стоит волноваться, ваше здоровье. Минуточку внимания. Леди и джентльмены, пожалуйста, приготовиться к следующему танцу. Прошу вас, прошу вас, прошу, прошу, прошу. Внимание, начали! Кавалеры выходят вперед, дамы на месте. Затем дамы вперед, а кавалеры на месте. Подходите друг к другу, кружитесь. Только, пожалуйста, будьте внимательны. Продолжаем. Продолжаем. Отлично! Отлично! А теперь шоссе-кросс! Великолепно! Нельзя ли принести пиво свежего?
танцуем. Бет, почему ты не танцуешь? Ведь это же и твоя свадьба. Она права, шериф. Свадьба есть свадьба. Отбросите все заботы. Хотите веселье, остановите музыку, где шериф? Транспорт ограблен, шериф. Ну, что вы скажете? Вот вам и свадьба. Настоящая свадьба шерифа. Mm-hmm. Вы тоже идите туда. Нас напали бандиты в масках, как и в прошлый раз. Украли деньги, предназначенные для оплаты рабочим. Двоих убили. Слава богу, что Блейк и Хилл живы. А двое других? Долго это будет продолжаться, шериф. С бандитами надо покончить, наконец, раз и навсегда. И чем быстрее, тем лучше. Хилл, сколько было бандитов? Он не успел их сосчитать. 8, кажется. Может быть, нужна моя помощь, шериф? Благодарю вас, Харрингтон. Я воспользуюсь правами, предоставленными мне законом. Мне кажется, вам нужен второй помощник шерифа, мистер Петерсон. Энди Слик, где он? Да, Энди Слик. Он парень толковый. Многие его знают. Разве он не предлагал вам свои услуги? Предлагал. Ну и что же вы решили? Леди и джентльмены, что пусть скажете? Пусть будет помощником шерифа. Ну, хорошо, я его приведу к присяге. А сейчас, граждане, веселье окончено. Позаботьтесь о мертвых до завтра. Одну минуточку, шериф. Мои люди мне передали, что вчера они видели индейцев в районе Верхнего Рудника. Скорее всего, эта банда быстрого оленя начала орудовать. Они, наверное, и напали сегодня на транспорт. Ерунда, мы их видели. Кого? Краснокожих? Их надо проучить как следует. Это были белые бандиты. А лица вы их видели? Хватит, Слик, я сам во всем разберусь. Я выясню, кто преступники, и накажу их. А сейчас расходитесь. Я сам позабочусь о безопасности людей на своем руднике. При всем уважении к вам, я не верю, что вы можете защитить Тенглвуд от индейцев. Как-то город уже был сожжен. Бэшен. Да. Завтра же вооружить людей с рудника. Слушаюсь. И пусть они охраняют город. Но эти вооруженные люди будут подчинены шерифу. Естественно, мистер Эмерсон. Только по моему приказу вооруженные люди могут прибыть в город. А, конечно, шериф, только по вашему. Идемте. Почему ты пришел сюда искать убийцу? Здесь так много бледнолицых, мы не сможем его найти. Зоркий сокол найдет трусливого убийцу. Хитрая лиса пойдет со мной. Делайте глупости, ребята! У нас ведь нет оружия! Мы не справимся с ними!
Где вы прячете Бэшена? Скажите, пусть Бэшен выйдет сюда. Рабочие хотят... Да, не говорите Бэшена, Бэшена сюда. Ну, что случилось? Что вы от меня хотите? Жалование. Эй, Тони! Фред! Но! Нас это не касается. Нам нет никакого дела, что у вас деньги воруют. Мы не верим в сказки про индейцев. Это все ваши выдумки. Мы требуем денег за свою работу. Отдайте наше жалование. Мы не уйдем без денег. Я в таком же положении. И мне не дали жалование. Мои люди, охраняющие вас от индейцев, тоже не получили денег. Не верьте этому мерзавцу! А ну, повтори мне! Не трогай! Надо, Рой, оставь его! Друзья мои, так нельзя разговаривать. Что здесь случилось? Ты привез там деньги. Кто я? Мне еще жить не надоело. Только сумасшедшие возят деньги без охраны. Я привез виски и динамит. Босс сказал, что без этого вы не сможете работать. Забирайте товары, бездельники. Чего стоите? Вот видите, Харрингтон прислал нам виски, а этот скряга Блейк не хочет отпускать нам в кредит. Компания ни в чем не виновата. Блейк должен отвечать за пропажу денег. Деньги украли у него, а не у компании. Пусть Блейк и заплатит нам. Почему мы должны лишаться своих денег? Бесплатно нам ничего не дают. За все надо платить. Оп! А виски не так уж дешево. Тем более в салоне. Я прихвачу с собой парочку людей и от вашего имени потолкую с этим Блейком в Тенглвуде. Краснокожие бандиты! Их. Они в палатке с динамитом! Стреляйте по палатке с динамитом. Смотри!
Проклятое племя краснокожих. А я уверен, это человек Харрингтона. Оставьте в покое Харрингтона. Поймите, у вас нет никаких улик против него. Он разделается со мной при первой возможности. Дэвид, ведь ты недавно посетил стоянку вождя Зорко Высокого. Сколько людей у него? И куда он ушел? Куда он ушел, не знаю, но он отомстит Бешену за смерть своей жены и своего младшего брата. Вождю племени Дакота помощь не нужна. Хотя с ним только два человека, остальные мертвы. Ты тоже из племени Дакота? Да, меня зовут Ваконзика. Благодарю, Дэвид. Ты можешь идти. Индейцы племени Дакота – храбрый и гордый народ. Если Бэшен действительно убил людей Зоркого Сокола, то я ему не завидую. Бэшен убил людей Сокола? Значит, Бэшен напал и на транспорт. Допустим, что это так, Пэт, но вряд ли ты сможешь это доказать. Ведь никто не поверит словам метиса. А месть никогда не служила доказательством. Но речь в данном случае идет не о какой-то мести, а о законе и порядке. Если Бэшен бандит, то его ждет виселица. Можете мне поверить? Шериф, закон, порядок, это все прекрасно. Но что будет со мной, с моими деньгами, с моим предприятием? Еще одно такое ограбление, я стану нищим. У меня не будет другого выхода, как пойти наняться кучером к Харрингтону. Да поймите же это, Пэт! Может быть, хотите охладить свои разгоряченные головы? Ты так занят, что совсем забываешь о своей жене. Твой муж, шериф. И пока в этой стране не воцарятся закон и порядок, ничего не поделаешь. Разве ты надеешься, Пэт, дожить до такого дня? Благодарю, мадам. Неужели вам Бэшен... Пирог. ...не рассказывал, что его изуродовала пуля Зоркого Сокола? Это произошло примерно года 4 назад. Он и его люди представляют серьезную опасность в округе. Все негодяи тянутся к нему, как к магниту. Когда он появляется в салуне, все приличные люди уходят домой. Ему все дозволено. Возможно, эти нападения преследуют какую-то цель, которая... нам неизвестна. Я только что вернулся, шериф, с рудника у Шеннингстоун. Но когда я приехал туда, там все было уже кончено. Кончено? Что было кончено? Заварушка. Что там случилось? Да говори же, в конце концов. На лагерь напали индейцы, господин шериф. Индейцы? Не может быть. Не верю. Это предназначалось Бэшену. Значит, все-таки Бэшен? Да, Бэшен. Он чудом спасся. Индейцы взорвали постройки. Они, наверное, искали деньги, как при нападении на транспорт. Что делать, шериф? Соблюдать порядок. В горах, то мы должны искать его здесь. Приветствую моего брата левую руку. Кого ты привел? Синий орел, брат мой. Левая рука приветствует тебя. Я привел друзей. Это смелые воины племени Дакота. Веди нас к вигвамам быстрого оленя. Мы ищем его с самой зимы. Ты
смотри, нам гости пожаловали. Коляску. Сэм Блейк, Сэм Блейк! Смылся куда-то. Идем. Ты счастливо отделался. Виски-то осталось цело, следовательно, деньги за него ты выручишь. 15, твоя очередь. Страшно подумать, что творилось на руднике. Настоящее светопредставление. И я же держал ящик с динамитом в руках. Hello, Блейк. Hello, Китти. Ты уже встала? 16. Налей. Послушать бы музыку, Блейк. Советую быть начеку. Они там на руднике грозились взять себя за горло. Это кто же грозился? Осторожно, Блейк. Аккуратнее. Алло, мистер Блейк, мы хотели бы с вами поговорить. Я вас слушаю. Заранее извините меня, если я буду не очень-то вежлив с вами. Мои люди требуют решительных действий. Они возмущены. Мы, конечно, с вами сумели бы договориться, но видите ли... В чем дело, Блейк? Что это значит, мистер Харрингтон? Это вас не касается, шериф. Я здесь хотел с ним выяснить одно дело. Нет, касается. Если вы хотите выяснять дела в Тенглвуде с помощью вооруженных людей. Эти люди работают на руднике, уважаемый шериф. Они помогут решить нам один вопрос, который интересует только нас. Вы удивляетесь, что они вооружены? Но ведь это вполне естественно. Особенно сейчас, после нападения краснокожих. Неужели вы бы рискнули ехать без оружия? Разумеется, нет. Вы должны, Блейк, немедленно возместить нашей компании деньги, которые у вас, к сожалению, украли. Немедленно? Это невозможно. За безопасность груза несете вы ответственность. На транспорт было совершено нападение. Да, это так. И все-таки ответственность лежит на вас. Из-за этих индейцев люди и так взбудоражены. Если к тому же они не получат денег, я ничего не гарантирую. Мистер Харрингтон, это уже угроза оружием. Такие дела надо улаживать у мирового судьи, а не здесь, в салуне. Немедленно прикажите своим людям оставить город. Спрячьте оружие, Бешен, иначе я сделаю из вас мертвеца. Вы нас неверно поняли, Петерсон. Мы вовсе не хотим насилия. А ну, убирайся отсюда! Послушайте, Блейк, ваши затруднения мне очень понятны. Я даю вам отсрочку. Привезите деньги из Агалала. А может быть, наш шериф найдет и украденные деньги. Индейцы далеко не могли уйти. М?
Я даю вам 2 недели, Блейк. Надеюсь, вас это устроит. Подумайте, я банкрот! Банкрот! Я Сэм Блейк! Я в его руках. Значит, на очереди Тенглвуд. Все дело в том, что ты стоишь на его пути, а это его не устраивает. Поэтому Бэшем нападает на твой транспорт, и ты же расплачиваешься. И зачем ты с Харрингтоном связался? Кстати, деньги, украденные у тебя, он положит в свой карман, это точно. Ловко он все организовал. Я не могу понять одного. Зачем тебе надо было связываться с доставкой денег? Как будто ты и так мало зарабатываешь. Все это правильно. Но я повторяю, нужны доказательства, что ограбление и убийство совершил Бэшен. Послушай, Блейк, ведь Дэвид говорил, что индейцы одного бандита застрелили. А вряд ли найдешь труп этого негодяя. Это была бы улика. Причем очень важная улика. Вот что, Питер, возьми Дэвида и попытайтесь найти труп. А я привезу для Блейка деньги из Агалала. Ты? Я думаю, вряд ли посмеют напасть на шерифа. Ты прав. За убийство шерифа полагается смерть. Вот именно. Считайте, что мы договорились. Но это рискованно. Впрочем, ты шериф, тебе виднее. Идея хорошая, мне нравится. А вдруг не сегодня, завтра Сокол убьет Бэшена? Что тогда? Харрингтон выходит сухим из воды, как миленький, и все преспокойно сваливает на Бэшена. Черт возьми, ты прав. Этому надо помешать. 10 дней в нашем распоряжении. Помешать Соколу отомстить? Что ты еще придумаешь? Другого выхода у нас нет, Хилл. Питер, труп надо найти и разыщите зоркого Сокола. Вот еще что. Слика очень часто видит с людьми Бэшена. Ему ни слова. Так, в дорогу, Питер. Будь осторожен. Да и лучше береги себя. Я ценю ваше усердие, но оно мне дорого обходится, даже слишком. Я, конечно, не отказываюсь платить за ваши услуги, но только не в счет будущего. Понял. Хилл и шериф еще не вернулись, и у меня куча дел. До свидания. Неприятный тип. Зато преданный. Пока я плачу. Приходится платить за все, уважаемый шеф. Вернемся к делам, Бэшен. Все, кажется, идет хорошо. Шериф отсутствует. Помощник шерифа тоже. К сожалению, мировой судья остался. Он нам не опасен. Надо убрать Петерсона. Это мое дело. Тенглвуд больше не увидит своего шерифа. Этот мальчишка имел наглость мне угрожать. Ах, вот как? Ваши люди готовы? Они будут здесь по первому зову. А Блейк вас разве не интересует? Он ведь и судья. Могут позвать на помощь армию. До этого мы должны завладеть Тенглвудом. И тогда власть будет в наших руках, Бэшен. Вместо Петерсона шерифом станете вы. А это откроет перед нами колоссальные возможности. Мы сможем делать все, что захотим. Скажите все быстрому оленю. Смотри за ними. Отойдите назад.
Скоро все пути в горы будут свободны от снега. Покинем эти места и уйдем в прерии, пока бледнолицы снова не начали нас преследовать. Завтра мы выступаем. Мой брат Быстрый Олень заботится о своих сыновьях, как мудрый отец. Но я буду мстить бандитам за смерть своих людей. Я тебя понимаю. Но знай, что бы ни случилось, для тебя всегда найдется место у моего костра. А лучше останься жить у нас, брат мой. Дэвид, интересно, когда появится вождь этих гостеприимных людей? Спроси у него. Часовые индейцы никогда не разговаривают. Потерпите. Мне бы твои нервы. Мы теряем время, ты понимаешь? Да, понимаю, но придется подождать. Как по-твоему, сокол у них? Угу. У них, наверное. Бьют барабаны, они скоро тронутся в путь. Шериф, кажется, едет вождь. Слава богу. Да, я их знаю. Они правду сказали вам. Зачем я вам нужен? Вождь Зоркий Сокол, я хочу поговорить с тобой об убийце твоих людей. Трусливый убийца умрет. Не надо его убивать. Он нам нужен живой. Если ты его убьешь, тебя повесят. Я не боюсь. Послушай, вождь, я знаю, что ты смелый, но убийца не один. Постой, не уходи. Если ты его убьешь, расплачиваться будут все индейцы. Верно, они все погибнут. Я не выдам твоих братьев. Но бандиты сами их найдут. Они хуже, чем солдаты, ты это сам знаешь. Я обещаю, убийца будет повешен. Вот увидишь. Если убийца погибнет от руки индейца, твои братья живыми не покинут горы. Поедем с нами, вождь. Это лучшая защита для твоих братьев. Этот бледнолицый прав. Бандиты не должны помешать им покинуть горы. Мы обсудим твои слова. Левая рука отведет вас в свой вигвам. Идите с ним. Интересно, долго будут совещаться? Негодяи! Слик! Помощник шерифа! Где вы?
Разойдитесь! Разойдитесь, говорю! Помогите, Бэшен! Мне одному здесь не справиться! Да помогите же! Разойдитесь, товар! Разойдитесь! Проваливайте, проваливайте отсюда, закройте дверь! Что вы здесь стоите? Ступайте, наведите порядок, живо! А вы все наверх! Закрыть окна! Дети, сейчас же идите в дом! Я хочу посмотреть! Нечего смотреть! Да! Папа! Кэтрин, в чем дело, Слик? Что здесь происходит? В городе возникли беспорядки, мировой судья. Слик попросил меня о помощи, и я помог. Это беззаконие, и вы за него ответите? Отвечу. Они нас терроризируют, Эмерсон! К чему такие слова, Блейк? Убирайся отсюда, пока цел, да поживее! И обеспечьте безопасность мировому судье. Не смейте! Что вам нужно? Пустите меня! Оставьте меня в покое! Разговаривай! Почтовому вагону! Вот проклятое место! Опять бандиты! Деньги Сэма Блейка, мы из Тенглвуда. Получите доверенность. Так сразу и сказали бы. Все в порядке. Ты считайте. Я вам доверяю. Вперед. Рекс Гровен. Этот человек из банды Бешена. Поторопитесь, ребята. Нам нельзя терять время. Что случилось? Никак не можешь с ней справиться? У его кобылы строптивый нрав. На нее иногда находит. Вперед, вперед, ребята! Давай. Еще одну. Еще. Держи. Вот теперь хватит. Двадцать одно. Везет. Ну что они? Это прибыл Рой на дежурство в салун. Им пора бы быть здесь. Чего они там с ними возятся? Как будто для них все это в первый раз. Действительно.
Ведь свинцу все равно, он пробивает головы даже шерифов. Подержи язык, Джим. Ты слишком много болтаешь. Как бы не пришлось потом раскаяться. Уже пошутить нельзя. О, наша очаровательная хозяйка. Эй, одну минуточку. Мадам, вам выходить нельзя. Я иду за продуктами. Не умирать же мне, в конце концов, с голоду. Да и вашим друзьям уже нечего пить. Она права. Мы уже все выпили. Не веришь? Смотри. Обе пусты. Иди принеси нам виски, красавица. У нас жажда замучила. Пропусти ее, пусть идет. Вряд ли нам еще раз выпадет счастье воспользоваться услугами жены шерифа. Ну что ж. Мадам. Что же вы стоите? Идите в салон и побыстрее. Вы не могли Билла Майерса попросить? Я не хочу входить туда. Там много мужчин. Хорошо, мисс. Будет сделано. Я к вашим услугам, мисс. Благодарю. Эй, Майерс! Майерс! Ты что, оглох, что ли? Тебя там спрашивают. Проклятая тварь! Остановись. Разве в женщину можно стрелять? Тем более в жену шерифа. Жена шерифа. Ха! Ну что ж, вдов обижать нельзя. Быстрее, быстрее. Будь ты проклята! Быстро в горы! Какого черта вы остановились, бездельники? Скачите за ними в погоню! Ну, быстро! Оставь его. Лошадь, правда, жалко. А так, пожалуй, мы и дешево отделались. Не думаю, чтобы этим кончилось. Боюсь, что так. А Бэшен разве не было с ними? Он был, да убрался вовремя. Ждет нас, наверное, в Тенглвуде. Ага. Садись сзади. Я с Джеком сяду. Ну, иди. Пусть бледнолицый возьмет этого коня.
Спасибо, Сокол. Скорее, со мной! Идите, Майерс. Слушаюсь. Сорвалось, босс. Мы почти его поймали, но тут подоспел этот помощник шерифа, коротышка Хилл. С отрядом индейцев. Индейцев? Да. У нас есть потери? Возможно. Что значит возможно? Я не стоял бы здесь, если бы знал точно. Подойди ко мне. Приведи сюда Блейка и мирового судью. Окей. И вот что, люди должны быть начеку. Стрелять только по моему приказу. Ясно. Слушай, Бешен. Богу, ты жив. Хелло, Кэтрин. О, Питер. Что случилось, Кэтрин? Почему ты... Вы не должны возвращаться в Тенглвуд. Люди Бешены захватили город. Час от часу не легче. Они хотят тебя убить. Я не позволю себя шантажировать, Харрингтон. Не забывайте, в каком положении вы находитесь, Блейк. Стаканчик бренди хотите? Благодарю. Шантажировать. Не люблю, когда в деловом разговоре употребляют такие выражения. Это вымогательство, а не деловой разговор. Полно, Блейк. Вы преувеличиваете. Я просто реально смотрю на вещи, и вам советую то же самое сделать. Кстати, Петерсон с деньгами скоро будет здесь. С моими деньгами, Блейк. Но вам от этого не станет легче, нет? Вы слишком много потеряли. И кроме того, еще мне должны. Вы на краю гибели. Сдавайтесь. А если шериф найдет украденные деньги? Вы полагаете, что он долго пробудет шерифом в Тенглвуде? Вы хотите... Я ничего не хочу. Молодой человек получит урок. Зачем он стал на пути у меня и у General Mining? Будьте благоразумны и не упрямьтесь. Иначе потеряете все. Один, Блейк. Один вы против меня бессильны. Точно так же, как ваш друг, шериф Петерсон. Поймите, ваше будущее со мной. Со мной General Mining, Блейк. А не с какими-то шерифами, судьями и прочим нищим сбродом. Итак, выбирайте либо союз General Mining, либо мы с вами враги. Мистер Блейк. Смотри! Главное спокойствие. Шериф! Берегитесь! У вас в доме... Скорее за дом! Не с места, Петерсон. Буду стрелять. Спокойно. Бросайте оружие. Слик останется здесь, остальных за решетку.
А ну, шевелись. Индейцев хватит болтать. Это вам даром не пройдет. Вы за все ответите. Об этом можешь подумать за решеткой. Пэт. Все в порядке, Кэтрин. А ты, негодяй, скажи своему боссу, пусть он и его люди убираются из Тенглвуда, если хотят остаться в живых. Зачем ты его отпускаешь? Я не хочу кровопролития. Убирайся! И прикончить их. Чтобы дать повод мировому судье обратиться за помощью к войскам? Нет, действовать следует иначе. Мы не могли с ними справиться. Их было семеро, а не трое. Ничего нельзя поручить вам. Ты сам шерифа проворонил. Все вы хороши. Помощнички называются. Господин судья! Вы знаете, что произошло? Бэшен со своими людьми поехал навстречу шерифу, чтобы охранять ваши деньги, Блейк, и самого шерифа. Но индейцы помешали им добраться до шерифа. Они напали на них и в перестрелке убили несколько человек. А теперь шериф защищает вождя краснокожих. И я потребую привлечь его к ответу. Нам не нужен шериф, защитник индейцев. Вы меня поняли? Шериф прав. Он, и только он отвечает за то, что происходит в Тенглвуде. Тогда мы сами разделаемся с краснокожими. Я этого не допущу. Это беззаконие. Точно так же, как и все, что здесь происходит. Эмерсон, подумайте о Кэтрин. Оставьте меня, Блейк. Вы, по-видимому, вступили в союз General Mining. Это ваше дело. Но мой долг покончить с беззаконием, которое происходит в Тенглвуде. Какие умные слова. Но пока попридержи их. Когда надо будет, спросим. Я рассчитываю на ваше слово, Блейк. У меня нет другого выхода. Они идут, шериф. Ты уходи отсюда, Кэтрин. Нет. Шериф! Петерсон! Выходите, мы хотим с вами поговорить. Иди, шериф. Я буду наготове. Спасибо, друг. Флик, я к вашим услугам. Что вы хотите от меня? Выслушайте нас, шериф. Индейцы убили наших людей. Мы требуем выдачи краснокожих. Индейцы помогли нам разделаться с бандой, они находятся под моей защитой. Если вы хотите, чтобы вам разрешили спокойно покинуть город, то выдайте своих главарей. Бэшен должен быть осужден за грабежи, за бандитизм и убийство. Кто будет еще помогать бандитам, того тоже ждет виселица, как и Бэшена! Попробуй сначала взять меня, болтун. Что это за шериф? Он защищает краснокожих и разрешает им клеветать на честных людей страны. Ты сам будешь висеть на виселице рядом с краснокожими. Ты лучше выдай нам их, Петерсон. Уберите оружие, Бэшен! Давай еще патроны, Дэвид, скорее. Проверь, свободен ли другой выход. Пусть Макгрей по телеграфу попросит помощь. Он не сможет этого сделать, там бандиты. Если бандиты натравят на индейцев весь Тенглвуд,
то мы пропали, Пэт. Надо придумать что-то. Главное, выбить бандитов из города. Вам будет лучше, если мы уйдем. Сейчас вам нельзя уходить. Когда мы разделаемся с бандитами, вы сможете остаться у нас жить. Можешь мне поверить, я тебя не обману. Я тебе верю, но у вас жить никогда не буду. Осторожно, Пэт! Блик с ними? Пэт, это ты велел уйти индейцам? Нет, они с ума сошли. Пэт Петерсон! Мне догнать их. Пэт, ты слышишь меня? Да иди, Дэвид, ты поможешь им. Что тебе нужно? Мы не хотим, чтобы и дальше проливалась кровь. Надо прекратить эту стрельбу. Я договорился с Харрингтоном. Советую тебе последовать моему примеру. Слышал, что он сказал? Я бы дорого заплатил, чтобы узнать, во сколько это обошлось Харрингтону. Не выдержал. Сэм Блейк и тот не выдержал. Спасибо, Пэт. Посмотрим, что у тебя выйдет с Харрингтоном. Слушай, Пэт, не упорствуй. Получил свои деньги и убирайся. Дэшен, я тебя жду! Я здесь, Петерсон. Что ты хочешь? Я приказываю Бешен сдать оружие. Сначала выдай краснокожих, Петерсон. Командовать будешь, когда перейдешь на нашу сторону, как Сэм Блейк. Так где же краснокожие? Где Сокол? Я с ним еще не рассчитался. Вот за это! Давай сюда его. Индейцев здесь больше нет, а ты, Бешен. А второй улизнул, черт бы его побрал. Идем, а то не увидим, как другого будут вешать. Я знаю его. Это он в прошлый раз вместе с другими поджег Тейклвуд. Повесьте, повесьте, снаходы! Смерть, негодяю! Смерть, повесьте! Остановите их, Харрингтон. Это же беззаконие. Слышите? Что ты хочешь делать? Они тебя убьют. Шериф. Не надо.
Шериф, шериф, мы когда требуем, же это кончится, наконец? Чтобы перестали... Сколько можно их терпеть? Сюда движется отряд индейцев, они в 10 милях отсюда! Слышали, нам работка предстоит. Эй, люди, кончайте скорее с ним! Я бы не советовал вам! Мы все равно его поймали! Дай ему еще! Тебя повесят, Бешен. И вас тоже, Харрингтон. А ну, проваливай отсюда, пока цел. С другой стороны заходите. Ко мне, сука! У него патроны кончились, хватайте этого негодяя! Спокойно не стрелять! Этот краснокожий мой. Мы не повесили его. Я ничего не мог сделать. И ничего не смогу сделать.